have ways of blowing things up. С вами Оладушки, мы на Ишимуре, все нормально, наверное, я бы сказал. Посмотрим. Так, мне тут... Что, извините? Не туда. Чё это за звук был такой? Да, я вообще хотел сказать, что, возможно... Так. Возможно, мне дают с собой модули этого стазиса, потому что я смогу замораживать уродов вот этих вот. Я почему-то сразу об этом не подумал. Я до сих пор не уверен, хочу ли их тратить. Если их будет много, тогда да, буду... Вернуться на корабль, да, вернуться на Киллиан. Пойдем. Килли. Пока что, кстати, первая серия, кстати, была эпичная, но пока что я заметил такую штуку, как немножечко проблемки с превьюшками. Give you a hand. Погоди, я сейчас вернусь, там я понатрубал кучу рук, я тебе сейчас дам одну, погоди. Есть Джишимура. Почему так хмуро? Так, ну мы же приземлились как из жопы, да? То есть тут вряд ли что-то будет. Ну давайте я посмотрю. Не. Так, неужели у нас будет... Я хожу. Айзек! А, погоди. Голая запись. Я не так быстро буду листать, давайте. Айзек Кларк. Это его биография. Можете прочитать. Кендра Дэниелс. Это его девушка, наверное. Ладно. Извините, ребят, за дыры в лоре, но... О, бравый Айзек. Тут мы ничего не можем пока что сделать. Ребят, это не выглядит так, как мы полетим, знаете? Run diagnosis, ну давай. Можно вот это говно? Нет, ну что, хотел сказать, можно, чтобы оно на меня не нападало? Можно, конечно, но оно будет. А не тут? Куда? Зачем? Стой! Куда ты поехал? Так черту Хейли! Да, это работает. Чпунь. Я знаю, что я могу подойти и добить его ногой, но... я не хочу. No.
Ну, в смысле, for nothing. Вы, по-моему, тоже можете тогда отъехать. Никто же мне не запрещает. Три выстрела я могу сделать. О, прикольно, если я целюсь, они исчезают. Окей, here. Captain Benjamin Matthias. Location medical. Дезист. Скончался. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Ты уверен, что хочешь знать, что это было? Чен? Чен. Понятно. Бери уже эту фигню. Go to medical. Отлично. Просто обратно в это говнецо забираемся. Пойдем. Что мне по патронам? 73, 11 в обойме. Ладно. Хочу больше. Мне не хватает, реально. Мне обоймы сейчас не хватает. Очень неуютно себя чувствую. Ладно, вот эти вот рукастые, они быстрые. Мне это не нравится. А можно свет? У вас что, свет гаснет каждый раз, когда выходит человек? Это же общая зона какая-то. Ладно, пофиг, я сохранюсь. Давай. Вот, ребят, маленькое преимущество играть на клавиатуре, потому что тебе говорят, press enter, чтобы сохраниться. Ты такой, опа, space, и опа, оно сработало. Ну что, до space тянуться гораздо ближе, чем до enter. Жизнь такова. Тут что-то есть? Нет? Дайте кофеечку, дайте Триксис. Погоди, Триксис. Fine Condil. Что, блин, ладно. Отсутствие фонарика меня до сих пор бесит. Мне хоть сюда. А ты разве не упал, когда дверь закрывалась? Его дверью расфигачило, ну нормально. Bathroom. А хочу ли я? Ну, пойдем. А это случайно не тот bathroom, где я уже был? Нет, лут был. Окей. Лут был, и на том спасибо. Трампстрейшн. Вот это, ну, просто вот этот вот фонарик, он отвратительный, который на оружии. Вот, другого фонарика какого-то общего у меня нету, что тоже, ну, мне не нравится. Вот, еще вот эта вот особенность, что монстры постоянно появляются где-то сзади тебя и всякое такое. Ну-ка, стор? Тут есть магазин. В смысле магазин? А что я могу купить? О, погоди! Sell and store items for later use. Так, store. And the store item can be purchased with credits. Bring schematics to the store to get access. Ага, понял, схемы приносить. О, у меня что-то есть, ладно. Инвентарь. From the inventory cell. Currently has items to place in storage. When storage is full, place items in short. In... Ага, ага, ага. Inventory storage to retrieve or sell later. Понял. Ну, давайте будем посмотреть. 10 тысяч. А у меня... У меня есть 10 тысяч. А что это такое тогда? Okay, increase your inventory capacity to 18 slots. And provide 5% armor. А я это хочу. И это мой инвентарь. Storage. Classic Sys rig designed to handle years of faithful service. Suit level.
Ну, давайте я улучшу сьют, я не знаю. Погодите, тут шайбу можно купить. А за 10 штук. А. Ammunition for the plasma cutter, small gas cartridges, fuel, cutter, iron, and plasma bolts. Хорошо. Unique circuit node used to upgrade tools. Блин. Может мне купить эту штуку? Ну, то есть это мне даст улучшенный инвентарь и еще 5% брони. Ну, кстати, это неплохо. У меня сейчас 12. Погодите, это увеличивает очень сильно. Мне 12 инвентарь сейчас... Блин, это надо брать. А я могу потом сюда еще вернуться или нет? Я бы купил нод на самом деле. Ай, черт. Да, давайте костюм. Знаете, что будет обидно? Будет обидно, если костюмов тут несколько. И мне потом придется поменять свой прокачанный костюм на что-то... Ну, это будет печально, на самом деле. Причем мне не восстановилась ни хпшка, ни этот. Ну, ладно. Я этого и не требовал. Окей, 200 баксов. И я могу теперь из инвентаря... О, целое лишнее это появилось. Я могу продавать разные... Прикинь, а я могу набрать. О-хо-хо-хо-хо. Semiconductor. Rare electronic component sell to store for the credits. А, его только продать можно. Стойте, так я могу таким образом... Получается, если ты хорошо играешь... Стой. Если ты хорошо играешь, то... Ты можешь продавать расходники. И покупать интерес. То есть я могу сейчас купить вот эту штуку. Серьезно, я их могу купить сколько хочу, лишь бы были деньги. Да, у меня осталось сейчас не так много патронов и всего пару аптечек, но это был просто эксперимент, допустим. Так, получается, вот он стимул не тратить аптечки и вот деньги, вот и патроны, потому что патроны мне уже было некуда девать и так скоро. Видели, они у меня не вмещались. Можно было бы чисто теоретически включить максимально жадный режим и пойти забрать те два патрона в туалете, или сколько их там было. Но я не пойду. Ну, потому что, блин, ребят. To medical. To the Batmobile. А это bench. И save. Нет, ну бенч тогда имеет смысл. Сколько у меня есть этих? Две штуки. Одну я нашел. Ага. Погоди. Так, ребят, не поверите. Просто, ну, я-то играю с максимальным погружением в атмосферу, и у меня тут что-то бахнуло. Я такой, в смысле, это в игре или здесь? Короче, ладно, забейте. Итак. Экстеншн на костюмчик. Оно мне даст что-то... Давайте посмотрим, что. Оно мне прям неплохо так дает. Значит, в любом случае, хпшка я сейчас не смогу. Но мне придется качать через воздух, а воздух... Ну, давайте я на катер посмотрю, что я могу сделать. Capacity у меня на нем уже прокачано одно. Мы можем пойти в еще одно capacity damage. Кстати, наверное, да, потому что... Во-первых, я же говорю, что мне сейчас не нравится, сколько у меня патронов. Я бы хотел больше. И опять же, damage... Ну, больше патронов, больше урона за один патрон.
Давайте пойдем вот сюда. Сейчас, минуточку, в костюме, куда я могу сейчас продвинуться? А сайз? Сайз чего? Ага, стазис зон. Ага. А энерджи чего? Стазис энерджи и стазис зон. Угу. И стазис дюрейшн. Блин, на стазис есть три отдельных апгрейда. И на кинезис 2, и на оксиджен. Блин, оксиджен мне когда-то понадобится. Вопрос в том, скоро или нет. Потому что если не скоро, я бы сейчас пошел бы в плазму катер. Давайте идем сюда, в capacity и в damage. Мы же получим на него когда-то улучшение, я так понимаю, на плазму катер. И, по крайней мере, вот эта веточка у нас будет раскачана уже. То, что получится под релодом, я не знаю, что это будет, но там что-то будет. В дэмэдж все равно придется идти. Я так понимаю, что эта оружка с нами практически до конца игры будет, если не до конца игры. Поэтому я не вижу смысла экономить на ней. Думаю, да. Сделаем пока что так. Впишемся за катер. Сохранимся. Я не против лишнего сохранения. Да, конечно, я Шур. А вы что думали? Вы думали, что я не Шур? Так, секунду, ребят. Идти. Сделаем таким образом. У меня тут мышь заряжалась. Думаю, сейчас случайно дерну от волнения мышью, и провод улетит. Лучше вытащу провод. Все, поехали. Потому что сюда, я надеюсь. Вниз, вниз. Укатываемся вниз. Все больше и больше. Ну, лицом повернись, пожалуйста. К лесу задом. Какая-то херня, блин. Ладно. Эти ноды надо искать. Ты их или ищешь, или покупаешь. И лучше ищешь. Потому что покупать дорого. Хотя, ну, как бы меня радует, что их можно купить бесконечно. Максимально ублюдочная атмосфера. Отсюда вылезут. Я это сказал не потому, что она плохая, а потому, что она максимально нагнетающая. Это было в хорошем смысле сказано. Ну, то есть, атмосфера должна нагонять жуть. Она нагоняет жуть. Прикиньте. Welcome aboard, ачивочка. В третьей серии. Chapter 1. Arrival complete. Только, короче, я только что прошел первую главу. Ага. Intensive care. Лечение. Че это такое? Ты кто такой? Кто ты? Кинезис? Кинезис. AMF. FC, да? Ага, то есть можно кидаться. Или не кидаться. Или давить. Или отодвигать себе путь. Ага, тут мне дали протестить. И он вроде как не использует энергию. В отличие от стазиса. Ну хоть на этом спасибо. А вот это неплохо. То есть, погодите, мне просто дали гравиган, да? Из халвы. Ой, это весело. Теперь я понимаю... Don't let them out, don't let them out, ага. Дай мне винтовку, пожалуйста. Дай мне винтовку, пожалуйста. Винтовку мне дай, пожалуйста. Спасибо.
New weapon has been added to the inventory to use it at the weapon wheel. Как мне его установить в weapon wheel? Блин, почему нельзя мышку в инвентаре сделать? Просто, блин, мышку, просто, блин. R? Нет. Как его вставить в это? Equip. Ой, блин, эти ваши консольные приколы. Пожалуйста, дайте мне использовать мышку, черт побери, в сраном инвентаре. Ну почему же вот так вот все через задницу? Ну бесит. Спасибо, что хотя бы через 1-2 можно их использовать. 1-2, 1-2. Или мышью. Окей, хорошо. 50 патронов, но я так понимаю, что... Proximity mana. О, погоди, она так обычно стреляет, а вот... Ну-ка. Это стоит 25 заряда. Это стоит 25 заряда. А почему ты сдохла, если у тебя была винтовка? Уж извини за такую нескромность. Ладно. Трэмп-стейшн на себя открываем. Зон 3. А там никого не будет? Не, я сюда пока что не пойду. Спасибо. Тут у нас сейвачок. Давайте сейвачок. Я не против. Вот говорю, я просто не вижу смысла не сохраняться. Я не совсем уверен, как тут происходит автосохранение и что мне тут делать, поэтому, ну, security station. Я не хочу пока что тестить новую пушку. По одной простой причине. Уйди. Вот это вот. У меня нету на нее запасных патронов. Ты, блин, человеческая многоножка. Я не хочу из нее сейчас выфигать все 50 патронов. И потом узнать, что мне нечем ее перезарядить. Так что, наверное, нет. Здравствуй, жопа, Новый год. Минечку, она закроется на ящик или нет? Нет, она отодвигает ящик. Жаль, тут это не учтено. Don't open dead inside? Это вы хотели сказать? Don't let them out? Так, не надо мне тут шептать. Подсказки, подсказки. О, гамазин. Isaac, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. Да понятно. Yeah, but the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. Uh-huh. The could be through there if... Isaac, the one who attacked us. I swear to God it was Chen. But I saw him die. Но это некроморфы. Ну, блин, а что ты хочешь? Maybe it was to keep something in. Да. Но это же логично. Вы же не... Вы же не идиоты, да? Погоди. Оно возвращается как мина? А, я понял. Оно не сразу перезаряжается. Денежка, ну тут магаз... Сейчас мне в магазин, например, делать нечего, потому что у меня денег нет. И в инвентаре у меня, собственно, тоже шаром покати, потому что я все распродал. Пушку я продать не могу. Ну, на самом деле, я бы не стал этого делать. Наверное. Так, катер.
не туда. Сейчас я тут немножко пошарюсь. А ты кто такой? Research win. О-о-о-о. Давайте, наверное, нет. Ну, мы, я думаю, что мы туда все равно пойдем. Просто... Я не хочу заранее туда бежать. Минуточку. Security clearance. А как я его получу? А у тебя 50, это твоя максималка, да? Я понял, хорошо, ему придется, наверное, этот capacity качать. Посмотрим. Так, еще раз, нам вон туда, пойдем. Я не спорю, что нужно бы заходить в разные нычки для того, чтобы находить всякие приколы. Но мне кажется, что Research Win это не нычка, это просто другая зона с... Ну что-то ползает. Кулинг. А можно нет? Это я знаю. Это я знаю. Это я видел, кстати, в каком-то трейлере или где-то. Звук страшный, атмосфера нагнетающая, но нет. О. А зачем? Ладно, неважно. Я надеюсь на то, что у нас останется вот такая вот атмосфера, что это не превратится в шутан. Пусть это... Куда оно тут взялось? Пусть это будет вот такая вот нагнетающая атмосфера, все дела. Но я не хочу прям слишком-слишком много шутана. Не знаю, пока что шутанская составляющая мне не очень заходит, честно скажу. Игра просто класс, но шутанская составляющая пока что вот не то. Будет с тобой сила. Чувак, тебе там МРТ сейчас сделать, не переживай. Я смотрю, тут у вас было весело. У людей своя атмосфера. Хе-хе, явно отсюда вылезет. Ну, ребят, это было очевидно. Так, вот эту фигнюшку надо вставить в... Тут еще один бенч. Что-то не знаю, а... Да, еще один нот. А не многовато ли бенчи? Так, погоди. А что за security clearance? Ж... Я же не могу это прокачать, или могу? Кстати, бенчи одноразовые или нет? Вот что меня интересует. Pulse rifle. Точно, ее же можно теперь... Серьезно? Capacity можно прям до задницы качать. 5 штук. А, и дэмэдж на нее можно вкидывать. Ну, блин, мне кажется, что эта штука, если в ней много патронов и она скорострельная, я думаю, что у нее дэмэдж так себе. На самом деле, я сейчас еще почему не хочу ее пользоваться, я не вижу смысла. Катер, он очень хорошо отрезает конечности. Вот эта штука стрелять по конечностям, мне кажется, будет сложнее. Я его буду прокачивать. Погоди, а давайте еще по костюмчику глянем. Я могу Air... Energy. Stasis Duration. Блин. Меня останавливает то, что там будет первый же апгрейд, это Air, который мне сейчас не нужен. Я понимаю, что он понадобится, я понимаю, что это нужная штука. Но прям сейчас он мне не нужен, и меня это останавливает, что я сейчас потрачу единственный нод, который у меня есть. Давайте на пульсовую винтовочку, на capacity закинем первый. Там у нас будет дальше на damage, что меня устраивает, в принципе.
что почему бы и нет. Если абсолютно да. Нет, смотрите, бенч, он многоразовый. Супер. Что за security clearance? Level вот это мне интересно. Ага, это нужно сюда. Это понятно. Запитали. Си. Ага. Можно или одно, или другое. А куда это тогда идет? Ну-ка, стой. Вон туда куда-то идет. Давайте сходим, посмотрим. Мы же отсюда пришли, правильно? Это сюда ведет. Тихо ты, блин. Аудио. Ну-ка. Given the reports from the colony, he's lucky to have his faculties at all. Well, a divine experience would leave an impression on anyone's mind. Perhaps. But I saw nothing divine in all that blood. The suicides. Mm. This is a revelation, Terence. We just need more insight to translate it. You think this insight can be found in Mr. Harris's psyche? I'm positive. And with Captain Matthias barring any visits to Aegis 7, this fellow may be our best chance. Harris is Dr. Brennan's patient. And your methods... Look, Mercer, things are complicated enough already. I can't sign off on this. You mm-hmm. do what's best, of course, but... How long can we afford to wait? Там будет потом, если что, потом... И потом. Потом еще раз вернуться, потому что там какой-то вот этот ящичек... который мне нужен. Теперь на лифт. Нет, не вниз. Не вниз, пожалуйста. Я ж... оп. Мне нужно лутануть эту штуку. А лут где? Вот вы, короче, жлобы. Мне не понравилось то, что оно лазит по потолку. Это отвратительно. Пожалуйста, не делайте так больше. А, это вот он. Вот и он сюда упал. Я могу подтащить. Ага, хорошо. Ты полезешь, не? Ковыляй сюда. Ну сюда идем, не? Лезь. Ну лезь. Скромные все такие. Опять не полез. Да что с вами не так? Хорошо. Опять же, то, что мне дают... Здрасте. Патроны на катер. Хе-хе. Привет. Тоже говорит мне о том, что я, наверное, пользуюсь правильным оружием. Ну, посмотрим, как это все будет. Стазис. Станция стазиса тут. А мне? Мне туда. А тут тогда что? Connection lost. Иди к черту. Плазма. Вот почему эти штуки называются jump scares.
денежка. То есть ты приходишь за Лутецким, получаешь скримачок и Лутецкий. Блин, опять эти ящики второго левела. Ну, бесит, слушайте. Не, ну, я понимаю, что... Здрасте, а это было? Читаем, если что. Это сделано для бэктрекинга, и я просто не знаю, насколько хорошо на Ишимуре обеспечен бэктрекинг. То есть, будет ли это приятно, не будет ли это приятно. Может, это будет занудно, я не уверен. Нам туда. Zero G Therapy. Ну и пофиг, знаете что? Давайте, сохраняемся. На новый слот. Я считаю, что на сегодня нам приключений хватит. На следующий раз пойдем уже прямиком туда. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.